Мастики нам понадобится где-то в районе 150 грамм. Я сразу сейчас подмотаю здесь, Манюха, смс-очки. Знаете, да? Мастика у нас будет светло-серая и белая нам нужна. Итак, мы берем 40 грамм серой мастики. Катаем вот такое вот небольшое тельце. Сейчас я вам скажу, сколько это по сантиметрикам. Такая мастика еще жидковатая почему-то, мне кажется. 4,5 сантиметра высотой. Визуально делим нашу фигурочку мы пополам. И начинаем пальчиком или стека вытягивать наши мышки. Я сразу сказала, что мышка у нас будет минишная. Это не традиционная мышка, поэтому вот так. Итак, проделываем. Дырочку начинаем вот тянуть наши ножки. Итак, сделали мы ножки. Я вам сейчас скажу приблизительно, сколько у меня тут каждая ножка. По 1,5 сантиметрика у меня каждая ножка получилась. Не расскажет он вам, можете не спрашивать. Гарик у нас очень скрытный человек. Он, наверное, работает в ФСБ. Или где-нибудь там. Ничего не рассказывает. Как партизан. Так, делаем такие вот попочки. Ножки. Вот такие ножки, как у слоника. Итак, сделали. Высота у нас получилась от ноги до конца 5 сантиметров, до нашей головы. Итак, делаем мы вот такое сердечко. Вырезаем. Краешки мы все подбираем. Теперь берем другой стек. Как бы делаем вот такую вот капельку на наш животик. Получаем вот такую капельку. Итак, сделали. Так, и приклеиваем наше пузико нашей мышке. Итак, для головы мы с вами берем 58,5 грамм. Катаем шарик. Старайтесь, чтобы ваши шарики были без заломов и складочек. Теперь мы этот шарик слегка прибиваем. Тем самым мы оставляем наш диаметр, но уменьшаем сам шарик. То есть мы облегчаем нашу голову за счет того, что мы его слегка прибили. Сантиметром по сантиметрам 5 в высоту. Самая широкая точка, то есть наши щечки, так я понимаю, это у нас будет, это тоже 5 сантиметров. То есть смотрите, такой треугольничек у нас получается. Нет, а ничего не будет, это уж сам слег себе, конечно. Так, теперь мы делаем наши мышки личко. Опять берем белую мастику, опять нам понадобятся сердечки, но в этот раз такое же, нормально подойдет. Это сердечко у меня в диаметре 4,5 сантиметра на 3,5 сантиметра. Вот Ливаня. Будешь, может, пельмешки с квашеной капустой делать? Будет баловать своего мужика. Итак, раскатали тоненько. Берем сердечко. Такое у нас получается. Теперь мы его больше как бы друг дружке присоединяем, чтобы у нас было более такое, сердце более заткнуто туда. И еще немножечко, совсем чуток, мы продлеваем как бы разрез. Вот такой у нас получается для нашего мышонка сердечко. И прикладываем его к нашему лицу. Мышонок. Так, сейчас я его поставлю на пинокекс. Надеваем нашу
такой аниме. Мышонок у нас будет. Так. Сделали. Теперь мы с вами сделаем ему моську. Тут тоже ничего сложного, как я уже говорила. Сегодня у нас такой анимешный мышонок. Итак, наши глаза. Мы делим нашу часть пополам. Мы делим не целую голову. Мы делим только белую часть. Итак, белую часть разделили пополам. И на этих точках мы делаем голову. То есть отсюда пополам. Здесь белую часть мы делим. На, и здесь пополам. Вот здесь у вас должны быть ваши глазки. Вот так. Глазки у нас будут просто кусочки черной пластики. Такие глазенки. Теперь на середине получается всей этой конструкции, да? Делаем носик по центру его глазок. Такой маленький носик. Теперь мы с вами сделаем, нарисуем ему бровки, нарисуем ему улыбочку, блики. Вот такое сердечко. Для этого мы берем мастику красного цвета и вырезаем ему сердечко. Прикладываем. Так, теперь возвращаемся к нашим ручкам. На каждую ручку мы берем по 2,7 грамм. По сантиметрам наша ручка равняется почти 3,5 сантиметра. Итак, смазываем клеем место соприкосновения нашей руки. Мы здесь шовчики на руках не замазываем. В таком она стиле, эта фигурка. Итак, скатали вот такую капельку и прикладываем нашу ручонку. Теперь мы будем с вами делать наши мышки ушки. Так, раскатываем нашу мастику. Я катаю достаточно таким толстеньким слоем. Не, прям мини-мини. Сейчас скажу, сколько на каждое ушко у меня ушло веса. Итак, на каждое ушко по 4 грамма. Плюс нам понадобится еще белый цвет внутрь ушей. Катаю уже потоньше мастику. И делаю точно так же белые кружочки. Но прикладывать мы их будем, даже вот знаете, диаметр я уменьшу сразу. Приблизительно, то есть на 3 сантиметра, если у вас есть кружок, можно на 3 сантиметра. Нам надо, чтобы был вот этот ободочек. И приклеиваем. Клеим. Кружочек меньшего диаметра. Этот у нас 3,5, внутренняя часть будет 3. Наши ушки. Теперь мы делаем вот такой вот защип. Защипываем. Берем сразу мастику. Ой, мастику. Берем розовым цветом. Делаем внутри ушка такую розоватость. Задаем. Теперь второй. Точно так же. Вот. Делаем такой защип. Опять розовым цветом. Сразу пудрим. Почему сразу? Потому что потом не успеем. Занимается уже списком, уже должен написать списку. Так, я ему дала. Где ножницы? Ничего. Так. Так, защип сделали. И теперь с вами отрезаем вот этот кусочек. Получаем такой плоский край, который мы с вами приклеим в наши ушки. Клея много не наносим. Чем больше мы наносим клея, тем дольше
будут наши ушки сохнуть. Так. Нанесли. Делаем хвостик нашему мышонку. Бега! Итак, катай вот такой хвостик. Приклеиваем ему хвостик. Сидячая или стоя? Слушайте, я даже не думала на эту тему, если по честности, в ступе сидячая или стоя. Вот такой мышонок у нас получается. Надо нам его еще тонировать. Такой няшка. Я говорю, такой няшка, вот смотрите. А надо, вот раз, хоп, это мальчик у нас, да? Хотим девочку, например. Берем красную мастику, ту же самую. Или розовую, ну я возьму красную. Делаем ему бантик. Помните, да? Я уже не раз рассказывала, как я делаю бантик. Ну, мне не впадло, я еще раз покажу. Итак, берем стек сердечко. Зависит от того, какой бантик вы хотите большой. Ну, у меня есть прям вообще вот гигантский такой. Будет очень большой бантик. Ну, не буду такой делать большой. Делаю самый большой из всех своих больших. Вот такой, например. Итак, берем, катаем нашу мастик. Катаем не сильно прям тонким слоем. Выдавливаем два сердечка. Где-нибудь вот тут. С краешку. Опа. Тренировка, да. Это что-то кто-то спросил, да? За тренировку? Тренировка, да, только жирорастворимыми красителями. Смотрите, и получилась вон какая няшность, правда? Сейчас белым красителем мы с вами публикуем. Получилась вот такая няшечка. И по весу мы всего 130 грамм. Вот я говорила, что где-то в районе 150 изначально собиралась лепить. Получается у нас вот 130 грамм. Такая няшечка. Вот так вот мы, видите, как хопа, стрельнули. Так, по сантиметрам красавица наша вышла 10 сантиметров до ушка.